Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня мы с вами поговорим про браузер Opera Quo с приятным интерфейсом и с большим функционалом. Итак, поехали! Данный браузер с 2013 года доступен для скачивания на iPad, но пару дней назад появилась версия и для iPhone. Управление этим браузером понятное и интуитивное. Для того, чтобы начать поиск в браузере, вам необходимо, как и при запуске Spotlight в iOS 7, сделать свайп вниз. Киллер-фича этого браузера в том, что пока веб-страница полностью не загрузится, она не отображается пользователю. На экране плавно моргает лого сайта. Но после того, как веб-страница полностью загрузится, она становится доступна пользователю. Также в зависимости от вашего местоположения браузер отображает рекомендуемые сайты. Я думаю, что я наконец-то нашел тот браузер, которым я спокойно могу заменить стандартный браузер от компании Apple Safari и поставить его на главный рабочий экран. А на этом все, ссылки как всегда вы найдете в описании под этим видео и в виде QR-кода на вашем экране. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!